Пары готовы, я надеюсь, зрители тоже готовы встречать их аплодисментами. Мы начинаем с категории, входим в соло-категории этой же группы. Первое место — Алена Альфер, номер 31, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренеры Светлана Сытарева, Эдуард Сугак. Ступенька под номером 2 покорилась Марии Козловой, также Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренеры Светлана Сытарева, Эдуард Сугак. Третье место — Ульяна Думбровская, номер 41, Гомельская областная федерация спортивных танцев, Эдуард Сугак, Светлана Сытарева, тренер этой пары. Четвертая позиция, номер 33, Ксения Блавутская, Могилевская областная федерация бальных танцев, тренеры Вадим Антонов, Игорь Кулешов. И замыкает список финалистов — София Нарижная под номером 39, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренеры Светлана Сытарева и Эдуард Сугак. Ну что же, фото на память, аплодисменты. Все это финалисткам группы «Дети двое», категория «Соло». Провожаем их с паркета и переходим к награждению юниоров 1. «Латина» — Е-класс.